Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор витамина Е жидкий. Витамин Е успешно используется в одиночку в составе всевозможных БАДов, поливитаминных капсулах и косметических средствах. Самые известные производители добавляют витамин Е в состав своих дорогих косметических средств, а вы в домашние в условиях сможете приготовить не менее эффективный и действующий крем, маску, бальзам, лосьон и другие средства, которые будут обладать следующими косметическими свойствами. Мощный антиоксидант, профилактика раннего старения клеток и появления преждевременных признаков, профилактика и борьба с мимическими, а также глубокими морщинами, повышает токсиноустойчивость клеток и иммунные защитные свойства, улучшает транспортировку кислорода к тканям, питает кожу и слизистые оболочки, препятствует сухости кожи, омолаживает, повышение эластичности, уменьшение проявления веснушек, значительное улучшение цвета кожи, улучшает состояние ногтевой пластины и волос. Особенно хорошо зарекомендовал витамин Е в составе гидрофильных масел, увлажняющих масок для зоны декольте, шампунях и средствах для макияжа. Вот такой бутылочке мы отправляем витамин Е нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!